на сумму на учреждение образования средняя школа номер 10, где ситуация, которая на сегодняшний день активно осваивается по замене светильника. В 2018 году к работе приступят 33 молодых специалиста. Общество 558 авиационно-ремонтный завод. Кроме этого, следует сказать, отметить, что в этом году мы успешно выполняем эту задачу. Все, хорошо. Давайте мы тогда... Хорошо.